Так, давайте на центр сразу рубанем. Здесь у нас ДДР двоечка, сразу вижу. Скромно наглый, да? Хороший боец. Сейчас надо за счет центра удержаться. ДДРК больше, чем двоих, трое. Еще одного бойца не хватает. Надеюсь, не ДДР забросит. То бы слишком много ДДР. Ну вот прицел просто распрыгался весь сейчас. Весь ушел прицел. Так, погоди-ка. Низко летящая цель. Вкусная цель, надо уничтожить. Пацанов задолбает он. Молодцы, справились. Четко. А что такое? Элбернер. Хрена себе. Вот это замес в центре. Мне нравится. Ребят, по маякам плохо у нас все. Почему? Ребят, не стреляйте сейчас сюда, не стреляйте, не заряжайте его, ё-моё. Самое главное, чтобы не заряжали. Так, хороший у меня рандом здесь. Ребята, держатся. Держатся бравые пацанчики. Так, ну, вот флешмоб начались. Ну, что ты будешь делать? Застанили мы его, ребят, давайте сжечь. Я уверен, вы здесь справитесь и маяк вернете, парни. Вот, я ждал его взлета, он мне нужен. Мне нужен вот этот парень, я за ним пришел сюда. Он застаненный, кстати, стоит. Успел убежать. Странный товарищ. Думает, что я увлеченный здесь боем, что я не вижу, как он подходит, значит. Взлетай, давай, давай, взлетай, пупс. Вот так, молодец. Больно мне приходится, запалят меня. Не успею резануть. Добейте его там, застанете, я успел. Молодцы, спалили его. Так, вот теперь на центр. Это что за кракозябра у нас здесь лазит? Лунслот Прайм, ё-моё. Ребят, правый фланг. Киборг куда-то увлеченно полетел слева. Ребят, центр надо взять. Не отдам. Все-таки полузвода ДДРК, это жаркая битва. Ребята бодрые, они по маякам хорошо играют ДДРки. Не успею я этого завалить, идет сюда еще один. Фенрир. Быстро меня завалили. Когда концентрировано, да? Видите, как четко надо. Так, бычару нашего убьют. А по мне стреляло два титана и три меха, поэтому я подох быстро. Но если с дистанции, то я подержусь. Ушел Фенрир отсюда, а зря. Ну иди туда, иди. Нам-то центр нужен. Куда он пошел? Зачем пошел? Непонятно. Эх, не добили Минга, ребят. Надо было добить его, конечно.
Это был ребус. А у этого способа должна пройти сейчас была. Закончится у ревенант способа. Но у меня патронов нет, чтобы реализовать сейчас. Но все равно успели его повредить. Правда, он серую полоску сейчас будет лечить свою. Да, не успел я с ним справиться. Так, нет, надо сейчас титана выводить. Ожесточенно за центр, да, бой с ДДРками? Интересный. На полную максимум сейчас себя проявляют фенриры. Четенько. Ребят, смотрите, как он бодро полетел. Видите? Почему не реагируете? Что на маяк бежит чувак. Побелить успеет он. Взять не успеет. Так, держим оборону, ребят. Куда ты выбежал-то? Зачем ты выбежал-то, ё-моё? Держим позиции, молодцы, рандом, вообще зубами вцепились. Красавцы, опа, хотел меня занерфить, а? Хулиган. Держимся, держимся, устоим, должны устоять. Смотри, как погорели ДДРки в центре. Артур вообще красавчик здесь, отлично отработал. Но, конечно, при поддержке Диметра он помог мне, братишка. Как его ник не успел я прочитать, было жарко, блин. Мне нравится Артур, я всегда любил Артура. Вот он с альфа-слотом край там будет вообще улетный. Ребят, кстати, Фафнир, он без лагов-то тоже долго не живет. Его лаги спасают. Вот это дергание все, что попасть в него нельзя. Если с упреждением пострелять, то тоже можно жестко с ним поработать. Четко. Теперь тоже точно можно идти обедать от самого. Кока прислал 500 рублей и написал спасибо за твои обзоры. Кока, спасибо тебе большое за поддержку. Стараюсь для вас, да, и очень приятно, что поддерживаете и цените, так сказать, да. Так, смотрите, нам удалось с бравым рандомом нагнуть трех ДДРок, да, как ни странно. Было жарко, было волнительно, и все справились четко. Отчаянно, ожесточенно дрались парни за маяки, молодцы. Предатор, кстати, у него маленький урон, но он по флангу нас просто заколебал. Он, считайте, за правый фланг мехов-то и отдал своих, вот этот товарищ. Три девяточки, так что он тоже все правильно делал. Был момент, когда...